выбираться. Полетел. И работаю на кисть. Здесь с сопровождением. С контролем. По горлу, с нанесением удара сюда, чуть-чуть сюда с вытяжкой и с протяжкой под 45 градусов. Теперь я отвожу удар вот сюда, снизу вверх. К себе под... подработал здесь. Нож выбиваете. Для того, чтобы мне нанести удар по глазам, мне нужно сделать замах. Теперь я отвожу. Здесь пальцы пошли. В данной ситуации работаем в системе нападения. Мы не просто выбиваем нож. Мы наносим удар в район горла или в район глаз. Но для того, чтобы нанести удар, мне нужно сделать замах. Замах... Еще раз, смотрим. Выбиваем за себя. И наносим удар. С нанесением удара в область паха, в подседе, в развороте. И в добивании. Удар вот сюда, снизу вверх. К себе под... Вот сюда к себе. К выполнению выбивания оружия приступить. Серега, делаем выбивание, работаем на камеру. Так, двумя руками вот это сгибатель, вот это сюда идет. Но после того, как произошло, руки, они накручиваются. Пытаем их. Произошло, идет работа. В этот момент вхожу, а опять же дорабатываю, если же я его не добил. Так, здесь сразу же обратно вошли, здесь же подработали. Его сюда к себе, здесь подсели. Происходим здесь удержать. Единственное, теперь, чтобы ты уже работал в системе, у тебя есть понял, замыкание выбил. Разворачиваюсь и здесь обратно же его. Отсюда ему чуть-чуть к себе. Обратно сюда. И здесь подпустили. Или же разворачиваемся. Здесь рукой подрабатываем и берем. Здесь сразу же шел, выбив, ты видишь усиление? Показываю медленно, смотри. Раз, два, здесь добивание. Хорошо, дальше идем. Градусов. Полетел и работаю на кисть с сопровождением, с контролем.